Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды мы забрали. Переходим в задание. Так, открыть колоду. Открываем. Выпадает нам Кирби. Так, Кирби. Ну что, сделаем серию испытаний по Шурику. Давай вот здесь начнем, наверное. Раз, два, три, четыре. И Ванька будет пятым. Так, ну что, вчера я не играл, так что, наверное, нас скинули до лиги, наверное, самураев. Все-таки сбросили. Ну, сейчас посмотрим, это не факт. Упс, что это такое было? Что это за слабая такая атака? Но, в любом случае, ребят, мы понизили им атаку. И... Крысиный король, падай. Ай, не стал. Ванюша, красава. А здесь у нас кто? Зэк, но он будет ходить первым. Хотя, почему-то, вот смотри, вот здесь он не ходит. А, ну правильно, у нас тут сотые уровни. Какой ему ходить? Ходить только под стол пешком и в детский сад, да в ясли. Это да, это ему можно. Так, паук, остынь, остынь. Ты не видел, что там броня была у меня? Орма Гоши, он ее даже не пробил. Так, ну что же, отлично. Серию испытаний мы прошли. Сегодня пойдем проходить события по любасику. Так, забираем здесь награду. Сразиться в 10 боях, в 3 боях. Ну, в общем, все как обычно. Все по стандарту. Пойдем сразу, наверное, на испытания зайдем. И быренько их пробежим. Джастин? Не, давай-ка мы вместо Джастина возьмем лучше этого. Хотел сказать Бакстер Стокуна. Ну, ты понял, да? Криса Брэдфорда, конечно же. Так, ставим здесь на автобой. Пока все, ребята, круто. Никак я не могу войти в режим. Друзья мои, еще раз повторяю, у меня уже вторая неделя идет. Сейчас вот 10 часов дня, да? А я еще даже не спал. А встал я вчера, где-то в 10 вечера. Ну, ты представляешь, да? У меня куча дел уже накопилось, которые мне нужно делать днем. И я не могу, потому что буквально к часам 12 меня начнет просто плющить, и я без задних ног падаю на кровать. То есть засыпаю. Я пытался уже держаться, но что-то у меня не получилось. Один раз тогда сутки не поспал. Но я себя очень плохо после этого чувствовал, если честно. Видишь, если бы человек бы пил бы, он бы оп, немножечко бы употребил бы алкоголь, и все, и расслабился бы. А мы себе позволить не можем. Мы же не пьющие люди. Так что вот, не знаю, друзья мои. А игр-то сколько? Ты видел, сколько новых игр? Эликс 2 вышел. Правда, я не знаю, ребята, стоит ли мне его браться, пока я еще даже до Elden Ring не дошел, потому что до сих пор прохожу Horizon. Запрет на запад, да, до сих пор прохожу, ребят. Потому что у меня накопилось еще две игры. Сейчас это Shadow of Warrior 3 вышел. Тоже нужно будет пройти, потому что я всю цепочку игр проходил. И, соответственно, все прохождения у меня есть. Кроме первой части, по-моему. Первую часть я не записывал, но проходил. Для себя. Вот, сейчас вышла третья часть. Что у нас там еще вышло? Еще две инди-игры вышло. Плюс третья выходит сегодня, 2 марта. А сегодня будет еще одна игра. Про зомби. Кстати, вот ее я буду, ребят, наверное, на канале-то на своем, который посвящается именно компьютерным играм, буду я ее проходить. Обязательно, потому что тема зомби — это для меня супер-пупер тема. Если честно, я вообще обожаю эту тематику апокалипсиса и тому подобное. Ну так это, и что еще у нас там? Battle Рогалик вышел, да? Ну, Конан Чон-Чон, ну я не знаю, ребята, как-то не по мне. Там, по-моему, играть надо в кооперативе до 4 игроков. Ну это как бы не мое. В общем, что я вам все эти новости рассказываю, если вы и так все прекрасно без меня знаете. В общем, игрушек много. Новый ролик посмотрел я, Atomic Heart. Если кто не знает, да, такую игру, то посмотри в стиме. Выйдет она в 2022 году, то есть в этом году. И очень крутая игрушка. Я посмотрел там очень много. Это вообще от наших производителей игра. И к этой игре подключились очень много. Там, по-моему, и Китай присоединился. Будет выпускать, если я, конечно, не вру, THQ Nordic. То есть это одна из моих любимых компаний. Как бы... Есть во что играть, ребята, есть во что играть. Единственное, что нету времени, прикинь. Вот нету времени. Днем, ребята, не могу записывать еще, даже если, вот, например, не спать. Потому что у меня сосед сверху, он делает ремонт. Он уже этот ремонт делает год.
Он постоянно что-то там перфоратором шпендерит. Просто невозможно, ребят, записывать, потому что, ну, сам понимаешь, да? Перфоратор ты так просто не заглушишь. Вот. Ну, вот и получается, что сижу как затворник ночью. Такие вот дела, как бы. Вопросов много, ответов мало. Хотел вот про ХКР спросить. Я не понял, ребята, как вернуть тех людей, которых заблокировали админы. Как мне это сделать? Не знаю. Я посмотрел, вроде бы все открыты. И очень много, ребята, левака в команде. Там и финны, и норги, и японцы что-то там делают. Я не знаю, может быть, это просто флаги взяты других государств, а на самом деле это русские. Но у меня, по крайней мере, было в клане явно русским языком написано, что добро пожаловать. Звонит, что добро пожаловать, типа, в русский клан. Зачем, например, если я русский, да, зачем мне, например, идти в китайский клан, если я там ничего не пойму, что они там будут писать? Понимаешь, о чем речь? Вот. Так что в чем выгода? Не знаю. А по возможности, ребята, если что, пишите мне в комментах. И если я увижу или как-то, я не знаю, то обязательно попробую вернуть. Но я скажу сразу, на всех мест не хватит, ребята. Там ограниченное количество. Так что начался новый сезон. Вот. Надо рвать, как говорится. Надо рвать. Что надо рвать-то? Что-то надо рвать, короче, чтобы победить, естественно, ребята, победить. В этом сезоне мы перешли на следующий дивизион. То есть теперь награды, я так понимаю, будут лучше. Ну и противники, соответственно, тоже будут посерьезней. Так, ну что же, давай тогда мы, наверное, пита мы получили. Теперь надо нам с тобой рокула как-то заработать. А как нам его... Ну, 65 уровень, я думаю, что мы здесь сами можем, да, в принципе, справиться. Нам не трудно. Поэтому поехали. Так, одного ушатали, этого тоже ушатали. Но здесь все легко пока. Здесь все на изи. Вот следующая и потом, следующая волна будет уже, ну, наверное, посложнее. Да, там, скорее всего, я буду уже... сам в ручном режиме играть. Мысли путаются. Я и так, как тебе сказать, не спал ночью. У меня в голове какая-то каша, просто каша. И я знаю прекрасно, если бы я сейчас не стал бы снимать черепашек, то, поверь мне, я бы их не снял бы. То есть они вышли бы еще бы через сутки. Это в лучшем случае, если бы у меня бы было бы время. Это сейчас пока этот не грохочет перфоратором. Выдалась, так сказать, минутка. Поэтому вот я решил воспользоваться. И пока время есть, потому что уже 11 час. Сейчас начнет рубить. В холодильнике пусто. В магазин не могу выйти, вообще трындец. Я себя, конечно, таким давно не помню. Таким размазанным. Лень такая берет. Это просто жесть, ребят. Так лениво мне все делать. Так, тихо, давай-ка мы, наверное. Так, ну что, 75 уровень. Здесь, наверное, уже будем все-таки в ручном режиме играть. Потому что можно свалиться довольно легко и просто. Так что, если что-то я там что-то несу, ребят, не в попаду, не обращайте внимания, просто считайте, что это какой-то прикол. Так, ну-ка, давай-ка мы, наверное, сейчас шредер будет ходить. Ну, с грибочками надо, естественно, ребят, сразу разбираться вот таким макаром. Это не обсуждается, потому что иначе они нас тут задолбашат. Здесь тоже, по возможности, делаем супер удар, хотя стрелозадов можно было бы и в ручном режимчике разобрать. Ну, я имею в виду каждого по одному. Так, здесь у нас... Ага, Макман. Ну. Так, погоди. Ну давай выпустим маузеров, так уж и быть. Хлоп. Так, пулеметная дробь. Отлично. Так, переходим на предпоследнюю волну. Вот они четыре персонажа, которые мне, друзья мои, нужны. Именно вот эти. Пит, слэш, Роквелл. И, конечно же, Кожеголовый. Без них моя команда как-то вот скучает, грустит. Так, я вот не знаю, кого здесь лучше бомбануть. Наверное, я все-таки попробую убрать в первую очередь Кожеголового. Причем повышенная атака по нему идет, и да, мы его уничтожили. Так, Пит делает ускорение, ой, уклонение. Попадем волной, как думаешь? Попали.
А вот так если сделаем. Бинго. Ну и босс на матрасе с желтым пятном. Ай. Чего в голову не придет только, да? Так, ну давай-ка. Нормально ты вдарил ему. Ну-ка, теперь клинки. И замедляха. Вообще шикарно. Кусани. В принципе, босс вообще на изи. Умоляю. Все, иди отдыхай. Там тебя диванчик, точнее, матрас ждет. Желтый. Он уже его утащил. Ну что, это событие прошло хорошо. Без единого, как говорится, косяка. У нас с тобой 33, как ты видишь, еще сыра осталось. Поэтому давай фармить. Вот это самые лучшие, ребята, где можно выудить. То есть здесь как раз и слэш, кожеголовый, и рокл, и пит. Погнали. Ой, не то делаю, сори. Да что ты? О, подожди, что я? Я еще не прошел здесь. Ё-моё, вот это да, ребят. Вот это я попутал. Прикинь, попутал настоящее. Ё-моё. Я думаю, что-то как-то быстро мы прошли это событие. Ага. Я его просто не доглядел. Давай, наверное, так сделаем. Ну что ты, что ты? Упал. Упал. Упал и... тоже должен упасть. Отлично. Так, вторая волна. Смотрим, что у нас тут. Ну, стрелозадов я, наверное, разберусь сам все-таки, ребят. Они довольно легко разбираются. И урона при всем при этом очень мало наносят. Так, повышенная атака, это шикарно. Надо было бить-то вот этого, по нему понижен был урон. Но контратака на Бакстаристок он висит. Все. Так, а тут 4 брата-черепашки, да, у нас? Я с ними, думаю, не буду слишком долго рассусоливать. Так, 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 так. Давай, наверное, вырубим. Ага. Теперь желательно бы Лео уронить. Ну и остается Донни. Четвертая волна, опять же. Животные-мутанты. Выпускаем с тобой кракена. Плюс пулеметная дробь. Ну и босс. Босс-матрос, который там поджидает. Вот он опять со своим матрасом. Ну давай уже делать по-жесткому. Так, дальше. Так, на нем еще висит постепенка. Плюс тройной укус. Очень жесткий этот укус у Армагона. Все, ребят. Вот теперь точно можно сказать, что мы события это прошли. У нас остается 20 сыра. 22, да, получается. То есть у нас есть еще две попытки. Две попытки. Ну что, поехали, попробуем. Угу. Вот все, что угодно, только не то, что нужно, ребят. Какой-то маяк, как этот дребудень выпадает. Так, у нас еще вот это испытание тоже прикольное. Надо будет его не пропустить. Так, ну что, здесь вроде бы мы все. Давай посмотрим теперь, где мы здесь оказываем. Нет, смотри-ка, мы на Лиге Сёгунов одна звезда. Круто. Не очень-то нас сильно здесь и сбросили, я тебе скажу. Так что, ребятушки, ноги в руки и вперед. Погнали. Так, 48-й, 49-й. Нет, 48-й, 50-й уровень. Раз, два, три, четыре, пять. Давай попробуем начать своими силами. Я думаю, здесь мы справимся. Пока. Ну, если не будем справляться, придется нам брать опять же кого-то из крепких сильных. Ты смотри-ка, а? Хан, что творит. Блин, у него контратака. А кто им контратаку повесил, не понял я. Ну, пока они вроде бы промахиваются, ничего у них не получается. Давай вырубим Тархана, достал он уже здесь в корень. Ты серьезно, Эпил? Вот, вот, Донни молодец, красавчик. Так, этот баф делает. Но никому, я смотрю, контратаку не повесил, да? Так, Донни у меня тут что-то, ребят,
хандрит малька. Сделаем вот так вот, провокашку плюс ускоряшку. И понеслась душа в рай. Ну, во-первых, хильнемся. Так, 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 так. А вот это что у нас? А, магический щит. Так, морозилку надо валить. Блин. Добей, добей ее. Почему морозилку нужно добивать, ребят? Ну, чтобы она не хиляла, естественно. Так, этот по степенке 100% отдуплится. Будем, наверное, вот так вот делать. Лизуна. Оглушили даже. Так, а если мы сделаем ультра... ультраду? Мимо. Понимаешь, у нас мимо вышло. Да ну! Это что такое, не пойму. На тебе. Вы издеваетесь, что ли, не пойму. Ой-ой-ой-ой-ой, это мощный удар был. Ну-ка. Вытяни из него душу, правильно, вот так вот. Так. Молодец, Эйприл, добила. Вот, вот тебе элементарный пример. Мы их, вот наших противников, были сейчас в данный момент, ну, выше. Пускай не на 10 уровней, но уровней 6-7. Ты понимаешь, мы их просто еле-еле разбираем там. С такой натяжкой. Не знаю, ребят, мне кажется, это очень рискованно вот так вот делать. Я даже не могу назвать, что это бой на равных. И мне язык не поворачивается сказать. Потому что я прекрасно знаю, что они в любом случае круче нас. В любом случае. Вот 52-55 уровень. У меня 54-й. Если я сейчас возьму этих ребят, я боюсь, никто не выживет. Единственное, конечно, что я взял зэка. Но зэка мало, поэтому нам надо взять еще. Ну, кто у нас массовик-то здесь? Ну, вот, например, Алапек. Нет, Алапекс тоже будет слабенько. 56-й уровень. Какой там Алапекс? Вот. Ну, опять же, Джастин. Джастин ходит, как ему вздумается. Он никогда не пойдет первым в бой. По инициативе не вытащит. Ну-ка, зэк, давай. Да ладно. Ну-ка, о, ну неужели, Джастин, ё-моё. Созрел, молодец, красавчик. Так, упал Ванюша. Упал профессор. Все. Здесь нормально, но опять же риски. И опять же мы вдвоем два взяли довольно-таки сильных персонажа. Джастин и зэк. Какое-то место 48-е. Ну что ж, неплохо. Надо из этих сёгунов выходить. Надо нам в мастера уже, как говорится, залетать. Причем в мастера где-то звездочки 2 желательно. Но судя по тому, сколько у нас откатов, вряд ли это сегодня получится. Нет, ну у нас 10 откатов еще есть. Мы можем рекламу посмотреть, не забывай об этом. Ну тут понятное дело. Леонардо. Леонардо. Кто там у нас еще? Они все валят до вплоть 65-68 уровня. Причем с одной плюшки. Так, здесь мы попадаем на 24-е. То есть, грубо говоря, еще 2 поединка. И только тогда мы перейдем на 2 звездочки. Сёгун 2 звезды. Здесь я возьму Дони. Ну пускай будет Рафаэль, так уж и быть. Возьмем Дони, Рафаэля и раз, два, три. Вот так вот. Ты посмотри на Леонардо. Улыбка такая. До ушей. Так, ладно. Давай, сюрики. Хорошие сюрики. Ну, тут вообще на изи разобрали. Опять же, благодаря Донателло. То, что он сотый уровень, все-таки бомбит он мощно. Итак, смотри-ка, перешли уже в Лигу Сёгунов, 2 звезды, круто. 24 ступеньки пролетели, даже больше немножко. Так, теперь давай попробуем выудить 15-21. Не, наверное, здесь 16-21 должен быть. Что-то не вижу никого. Нет, так я не хочу. Там Микеланджело, я не хочу, ребят, с ним драться. Давай вот этот возьмем отряд. Возьму здесь Армагона. Одного причем. Раз, два, три, четыре. Ну и 4 слабачка вместе с ним пойдет. Кто-то удивляется, пишет в комментариях. Рэй. Ну, типа, не то, что Рэй. Говорит, в это еще кто-то играет. Типа, в Черепашке Ниндзя еще кто-то играет. Ну, в принципе, как бы я играю, а что в этом плохого?
Кому-то что-то не нравится, не пойму. Интересно. Так, ладно. 76-я позиция. Так, давай мне что-нибудь там посерьезнее-то, ё-моё. Ты завязывай, давай мне уже 16-21 или 15-21, как у тебя там идет. Почему ты все на одном месте-то зациклился-то просто? Не хочет и все. Ладно, Бакстер, погнали. Не хотят по-хорошему, будем по-плохому. Кстати, ты заметь, у них тоже уровень не особо сильно повышается. Вот мы как начали играть, да, 52, 54, 55. Так до сих пор он идет. Хотя боев уже сыграли штук 6-7. Почему никакого продвижения нет? Я без понятия. Тыч. Как же мне нравится, а? Этот малыш Крэнк. Ну, малышом, конечно, у тебя... Малыш. Малышом его тяжело назвать, потому что он в такой... В громозеке сидит. Но сам такой по себе, да, этот... Субстанция желеобразная. Мозг без черепной коробки. Вот смотри, вот сколько я уже пытаюсь, не дают. Оу, выпало. Это чудо. Из чудес. Я здесь возьму, наверное, Усаги. А Усаги один справится ли здесь? Потому что уже враг пошел 60 уровень. Ха-ха-ха. Я рискую. Ох, я, ребята, рискую сейчас. Против 60-х я отправил нашего Усаги Идзимбу. Это Ронин. Довольно жесткий Ронин. Хорошо, надо вот только добить этих. Ну-ка, Хан. Красавчик. Ну, а тот по степенке дуплится или Лео. Давай. Все. Замечательно. Так, ну что, сегодня по плану бы дойти до Лиги Мастеров действительно две звезды, но хорошо, хотя бы до одной звезды. Было бы уже неплохо, но вряд ли. Вряд ли мы, конечно, это сделаем сегодня. Так, 16-21. Я возьму, наверное, Ванюшку. Да Ваньке одного здесь хватит. В принципе, ребят, с его гранатометом он должен, в принципе, сейчас с удара их всех тут завалить. Но это не точно. Поэтому проверяем. Ну-ка, пошла ракетница. Изи. Ну, а как ты хотел. На самом деле, я не знал, ребят, что так будет. Он мог и промахнуться, мог бы кого-то не добить, и было бы все намного хуже. Так, позиция у нас уже 11. То есть после этого поединка мы уже будем в трех звездочках. И это круто. И это круто, это мне нравится. У нас такой мини-буст получается. Раз, два, три. Раз, два, три. И вместе с этими ребятами взять вот этих. Ну, я надеюсь, что все-таки Железноголовый возьмет провокатор. У нас здесь два провокатора. Это Арахзар и Железноголовый. Давай-ка вот так еще сделаем. Ай, красавчик. Посмотри, контратаку повесил на двоих. И как раз на Арахзаре висит. То есть они будут его бомбить. Нет, они... Бомбить уже здесь никто никого не будет. Ну так получилось, ребят. Получилось. Это бывает редко, но метко. Ну что же, как ты видишь, у нас с Йогом 3 звездочки, 89 место. Скрестим пальчики и попробуем все-таки пробиться. Пробиться, я имею в виду, в Лигу Мастеров хотя бы одна звезда, чтобы была. По идее, там нужно сделать где-то боев 6, чтобы нам дойти. Потому что по 20 ступенек перелет идет у нас. Ну да, где-то 6. Даже много, 5. 5 будет вообще топово. Сейчас посмотрим. Тыдыч. Ну, со Шреддером тут понятно, ребят. Тут лучше с ним не шутить. У меня как раз 60 катов именно для него, для Супер Шреддера. Это наш проходной билет. Так, смотри, 64. Ну да, если по 20 ступенек будем пролетать, в принципе, нам всего этого хватит. Единственное, что нам надо будет Супер Шреддера брать. А с ним, именно с ним, можно брать и вот этих вот ребят. 60 уровень он пока еще должен, в принципе, довольно неплохо разбирать. По-моему, он 65-й, 67-й уже для него как бы тупиковый. Так, ну это не в счет. Нет, не в счет, ребята.
Я не знаю, как Сплинтер здесь умудрился выжить после такого некислого удара, так скажем. Но видишь, что-то вот пошло не так. И... так, 43-е. Ну да, все будет окей, все будет в ажуре. Но вот единственное, что почему мне не дают кубки, а? Дайте мне 16-22, уже должны дать, по идее. Во. 16-22. Берем. Так, но уровень уже 67, ребят, поэтому здесь не до шуток. А здесь уже придется, наверное, вот этих брать ребят, которые на уровне 67-70. И вот за счет них только здесь выкручиваться. Красиво. И паутинка, наверное, будет добивать их. Упс. Кабан, ты что, опух, что ли? Нормально. Так, двигаемся дальше. Сейчас где-то будет 20, наверное, какая-то 22-я, 25-я позиция, наверное. Я думаю. 26-я, окей. Один откат еще есть. Ну, не откат, 4 отката есть. Я еще имею в виду. Тратим. Тратим еще один откат. Блин, вот. Ну, офигенный же риск. Не знаю, попробуем. Нейтрализатор. Если что-то пойдет очень плохо, ребят, нам головы не сносить. Постепенный урон почти на всех. Почти, ребят, вот сюда только закинем сейчас эту нашу. Не знаю, гриб-пришелец, слизень какой-то. Ага, заблокировали способность. Раф выжил, вытерпел этот удар. И вот нейтрализатор. Все. Ну, неплохо, неплохо. Слушай, я думал, Рафаэль там расслабится, сейчас упадет. Нет, он выдержал довольно неплохо удар от Бибопа. Так, ну что, четвертая позиция. Вот, друзья мои, мы уже и на развеске. Давай, давай, 16-22, не надо мне тут 16-21, я уже знаю. Так, 16-22, возьмем вот эту вот команду. Здесь берем Супер Шреддера, 68-67 уровень. Так, так, так. И вот так. Вот так, наверное, да? Как мне за два отката сделать? Нет, придется, наверное, смотреть рекламу. Наверное. Так, ну я скажу, здесь очень даже неплохо. Ну-ка, карайка. Отлично. Ох, краешка, молодец. Справилась со своими кунаями. Кунаи забросила, и все. Ну, ребята, поздравляю нас. Мы вошли в высшую лигу, Лига Мастеров, одна звезда. Ну, естественно, это еще не предел наших возможностей. 66-й, 65-й, 67-й. Интересно, почему-то пошло на понижение. Раз, два, три. Раз, два, три. И Шархана я возьму. Так, ну что, тут у нас, ну, понятное дело, что сейчас этот начнет первым ходить. Мне главное, чтобы Кирби упал. Оу. Шреддер сегодня в ударе был. Вот этот удар был просто нокаутирующим для всех. Все упали. Так, 69-е. После этого поединка уже будет полтишок, скорее всего. Ну, где-то 50 там какое-то место. 52-е, 53-е. Давай-ка, родной. Все, откаты у нас кончились. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. Крысиный король. Ну, я надеюсь на его крыс. Они, по-моему, не прокачаны у нас, да? Мы ему 70 уровень-то подняли, ты не помнишь? Да подняли, конечно. Тут же написано 70 уровень. Так, ну что, крысы, вперед. Подбили. Ну, у меня откатов нету. Кончились. А бойцы еще есть. Что делать будем? А я знаю, что мы будем делать. Зарабатывать. Видишь, тут пяток можно еще получить. Поэтому погнали. Сразиться в боях. Сразиться в боях.
Поехали. Мы прокачиваем до сих пор еще кого? Макмана. Кто-то в комментах писал: Рей, зачем ты качаешь Макмана, качай Кренга. Ребят, ну давайте уже, как я вам раньше говорил, все по порядку. То мы начали Крысиного Короля качать, потом переключились на Макмана. С Макмана сейчас на кого-нибудь еще переключаться, и в итоге они будут все не докачать. Да что такое, я потерял, кого ищу-то вообще? Макмана, вот он. Так, 15 тысяч, ну что, уровень поднимаем. Так, и поехали, нам нужно найти 12 кружек. Одна, две, три. Я смотрю, как у нас кончаются опупенные телепорты. Очень быстро, но у нас вообще их не остается. Надо докупать будет. Так, это, по-моему, третья, да, кружка? Четвертая. Пятая. Шестая. Так, шестая, седьмая. Блин. Восьмая. Девятая. Сколько нам нужно было? 10, да? Десятая. 10 кружек, по-моему. А, 12. А там уже 11 у нас. Все. Так, ребят, ну прокачиваем до 5 ступени яростное нападение. Шикарно. Так, а здесь всего лишь 8 3D очков. Ну ты сам знаешь, что такое 8 3D очков. Это сколько? Это можно неделю их искать. Меня сейчас другой интересует вопрос. А что мы будем делать, если кончатся у нас вот эти штучки? Это будет неприятность большущая, огромная. Блин, надо будет, ребята, накопить нам 1050 бакинских, чтобы взять 250 телепортов. Да-да-да, обязательно нужно будет сделать это. Так, ну что, пойдем. У нас 5 откатов появилось. И продолжаем. 17-23. Опачки. Какой уровень сразу? 73-й? Вы что, серьезно, что ли? Сразу же, ребят, прикинь. Был там 65-й, 64-й. И сразу хоп, 70-73-й. Нормально? Раскладец. Опупеть. Благо, у меня бойцов не так много осталось. Трэш. Ну что, погнали наши вороных. Так, нашинковал. Я, наверное, за кадром, ну, это уже вот сейчас пройдем с тобой, да, эту арену. Я уже за кадром, наверное, посмотрю рекламу, чтобы получить 10 откатов уже на следующую серию. Да к тому же, к следующей серии, возможно, еще посмотрим, и у меня будет уже 20 откатов. Но нужны бакинские. Иначе мы ничего не сможем сделать с тобой. Не паролить, ничего. А рулить нам надо будет очень много, потому что анимутанты, анималити мутанты или как-то так, нам они нужны. Так, ну что? Раз, два, три, четыре. Я думаю, 70-й, 67-й уровень не справится с этими хламонами-то, а? Не надо их за ручку там водить. Ну что, погнали. The best from West. На всех постепенно. И Шреддер, я надеюсь, добьет своими кланфутовцами. Да? Да, ребят. Великолепно. Все получилось. Фух, совесть чистая. Жалко, конечно, что в Лигу Мастеров две звезды не попали. Но, ребят, для вторника, считай, это шикарно. Для вторника это вообще обалденно. Типа мини-бустик такого было. Так, и что? И я хотел... Но это я уже буду за кадром делать. Какой нафиг, ребята, вторник? Сегодня среда, а не вторник. Я говорю, все, уже попутал с этими днями. Ночью. Для меня один, знаешь, как этот день, я его практически не замечаю. Поэтому у меня вот как был понедельник, он до сих пор еще остался. Я думал, на худой конец вторник сегодня. Ага, вторник, среда. Ну что, ребята, я буду с вами... закругляться вот именно на этой ноте. Сейчас я сам пойду уже в магазин. Так, кстати, жетонов-то у нас сколько? А, мало, мало. Буду сейчас откаты добывать. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.